Маша, ты что здесь сидишь? Сам наливай сегодняшний. Поговорили? Говорили. Сговорились? Долить? Чего сидишь тогда, прималындываешь? Портфель собрал? На чем сошлись? Нечем сходиться. Перебьются. Возьми шанишки, может, дорогу захочешь? Да не, не захочу. Садись, если совет. Я найду. Thank you.
И эти по меня приезжали? Павел Васильевич, ты бы сначала поздоровался. Ни к жене все не ломишься. Садись. Ну, рассказывай, какие новости. Галина как? Нормально. Что ей будет-то? Моя учет приболела. Врачиха говорит, надо в областную больницу ехать. В районную уже и лечить некому. Я им пилораму не отдам. А никто ее у тебя и не отнимает. Да ее на металлолом сдать больше дадут. Ну, жил же ты без пилорамы. Жил? Я понял тебя, Клавдий Степанович. Да погоди ты! Понял он. Че ты понял? Сядь! Мне из района по твою душу. Уже весь телефон оборвали. Сам глава полчаса по Плеше ездил. Все просил тебя сговорчивее сделать. Эти заявились, конверты суют. Я их сроду не брал и брать не собираюсь. Отступитесь, Паш. Добром не кончится. А суд за пилораму ты будешь выплачивать? Я дом матери, в котором вырос, продал, чтобы денег собрать. Семью его на хутор в лачугу запихал. Паш, ну не смогу я отбить тебя от них. Ты думаешь, что у них первый конкурент на дороге? Да и потом, какой ты им конкурент? Они тебя дают, чтобы другие не развелись. Не отдашь пилораму, сожгут ее к чертовой матери. А то еще хуже. Вон, спалились мужика на Верове. Собаку насмерть забили. И его с женой чуть вдогонку не отправили. Оно тебе надо? Данилка, здорово. Здрасте. Сознаниями, тоже верно. Это, батя, привет посылай. Тянешься? Не. А чё так? Боишься, мамка унюхает? Нет. Не лошарь, на, затянись. Еще ближе. Господь за дом. Давай.
Тетя Кать, давай помогу. Да не надо, Данил, я уже управилась почти. Ты воды натаскал? Да. Уроки выучил? Выучу, успею. Когда? Вечером проверю. Проверяй. Ты на какую лиму опять доски переводишь? Сходил хоть на люди, хоть до паршинских ребят. На пилораме что, досок мало, что ли? Да досок-то духу не жаль. Хлеб дорезать? Этого хватит. Может, Клавдий каким путем уговорит их пилораму оставить? Кто его слушать-то будет? Он сам там подневольный. Каждую неделю он в район администрации Тланицы едет. То на бензин, то на след. Не мешает, и ладно. Пяж будет, проживем как-нибудь без пилорамы. А я не хочу как-нибудь. Ну, живут же люди. Живут. А ежели как на Верове? У нас собаки нет. Ну, гомонись, а. Может, поторговаться с ними? У нас парень. Без может. Когда совхоз разоряли, отец тоже, как и другие, в сторону. Как-нибудь. А то он глаза от меня остаток жизни прятал. Это времена другие были. Время у всех одно. Чеснок дай.
лови ее! Спасибо, Дань. Без тебя мне Решаем задачу номер 319. Из круглого бревна вырезают балку с прямоугольным сечением наибольшей площади. Найдите размеры сечения балки, если радиус сечения бревна Здрасте. Здравствуй. Чего тебе? Пойдь домой, мало еще. Это не мне. Не совестно брехать. Не батьке уже. Чё припёрся-то? А? Сиську-то у мамки давно перестал сосать. Уже другое подавай. Кобельё малолетнее. Получше ты ничего не мог взять. Тут магазин рядом.
Будешь? Как хочешь. Идите пока в хлеву посидите. Да чё? Чем тут не видали? Добавки не-не. Ты сказала, нахер вышли отсюда. Живо оба! Вышли, я сказала! Возьму. Я тебя возьму. Вали давай. Не боись. Всё, не выпью. Поехали прокатимся по пляжным окрестностям. А вы не знаете? Не так хорошо, как ты, нет. Поехали, у нас пьют с собой шашлык. Отдохнем на речке. Поедем? Девчонка хорошая, такая грустная. Ну как же так? Садись, довезу. Не нуждаюсь. За баню обиделась. Прости, сглупил. Садись, по пути ведь. Не век сердиться будешь. С ураганом поломало. Как спички. Много? Да нет, не очень. Полосой. А я тебе совсем не нравлюсь? Главное, чтоб ты гальке своей нравился. Так я не у гальки спрашиваю, у тебя. А у меня, Паш, муж имеется. Муж? Объелся груша. Колька муж? 20 я дойду. Может, я тоже на тебя жениться хочу? Это как? Да вот так. С Галькой разведусь, на тебе женюсь. Ты мне еще детей родишь. Приехали уж, жених. Я серьезно. И чего я тебя на любовь ко мне потянула? Может, меня к тебе всю жизнь тянет. Время решится. Не получится у нас ничего, Паш. А ты не торопись. Подумай. Нечего тут думать. Едь домой, Галина ждет.
испугал. Ты чё, мамку зачем послала? Нет. А чё хотел? Помочь. Мне? А ты по что не в школе? Директор всех отпустил родителям помогать. Нас каждый год так отпускают на картошку. Ну, давай, помощник. Лопату бери. Пить хочешь, Дань? Пойди с кухни воды принеси, я тоже попью. Ты где был сегодня? В школе задержался. Отец целый уповод один лопатой хрястал. Это с радикулитом-то. Вырос помощник. Не стыдно? Ужинать через полчаса приходи. Одетым мыться Здорово. Здорово, Степанович.
Здоров. Че, все срезали? Все урожай до центральной ветки. Поизмываться приехал? Над чем поизмываться? Этот же вроде в завязке был. 3 месяца. А вчерась как назло нахлюпался. Проспал гостей, змей. Пахнет еще. Твоя? В нашем магазине таких нет. Ролих этикетки не лепят. Брат зимой приезжал. Привез. Тимофеич. Сука! Может, ты им помогал провода срезать? Брат не приезжал. Выселила бы она у тебя зимы. Да отпустите. Кто? Не нашинские. Похоже, с района. Большой зил у них с кабиной синий. Номера. Так. Ночь темная, грязь заляпана. Она ж кормит тебя. Кормит же. Это я за 0,5 литра пробовал. Пошел вон. Приложь бытовки. Если кто сунется, не стесняйтесь. Паша, ты же понимаешь, что это были они. Клавдий Степанович, ехал бы тоже отсюда. По-доброму. Да я-то поеду. Слышь, на прошлой неделе Агафоне партизанка отошла, так что в дальней не осталось никого. Тех проводов тебе хватит. А трактор с телегой я тебе дам. Так мне же москвичи на лето приезжают. Ничего, без света посидят. Бедра в дом снеси. Мать хочет бабку к нам перевезти. На медвежий дом освободиться. Я его отремонтирую, там жить будем. Так уж прямо жить. Ну да, как муж и жена.
Староват жену ты себе нашел? Нет. Ты молодая и красивая. Я буду хорошим мужем. Пить не буду, работать пойду. Батя по-любому на пилорам возьмет. Ты уроки-то когда учить будешь? Найду время. Ты что-то сегодня рано со школы. Не прогуливаешь? Нет. Я из-за тебя на ферму опаздываю. Уроков сколько было? 6. Двоек нет? Нет. Тебя почему так долго не было? Ты после школы где пропадаешь? Я не пропадаю. Я на тренировке был. Сама хотела, чтобы я дома не сидел. На какой тренировке-то? Я на волейбол записался. Физрук ведет. Рядом с соревнованием готовимся. Так. Суп на столе. Уроки учи. Стой. Животин, но непонятливый людей. Ты про кого? Да Данька мой переменился совсем. Учиться не хочет. Раньше с дома сидел, не выпроводишь. Оно не пропадает, не пойми где. Кабы не знала, как он до девок вызлит. Подумала бы, что завелся, какой стюбик. Заведет еще. Вчерашнее молоко с изнов телятам вылили. Маслозавод опять за гроши принимает. Так куда его? Доучись, а потом заводи. Ровесник какая. Так уж вернее до учебы будет. Теперь еще в школе учится. А уж сами к мужикам в постель запрыгивают. А в наше время по тоску хватало. За раз забили бы стадо. Ни нас, ни скотину бы не мучили. Раз лес валить выгоднее.
Ну-ка, давай, я поставлю тебе Микола до избы добраться. Давай. Прости, задержался. Голова мне в печи шаяла, так я ждала. Потом мой хрян придет, угорит, не дай бог. Да стой ты, хрянка! Ты зачем матери про нас выдал? Я не говорил. Откуда она знает? Может, видела нас? А если кто еще видел? Здесь больше никто не ходит. Да и пусть видела. Поманить нам надо встречаться, Дань. Почему? Я больше школу не прогуливаю. Надо поманить. На время. Что она тебе наговорила? Не слушай ее, она нам не указ. Это из-за Кольки? Он ничего не узнает. А если узнает, то я тебя в обиду не дам. Ученик-то? Днем не вижу. Волейбол играет. Волейбол? В школе, что ли? В школе. У Катьки Поповой в бане. Че, не понял? Понял. Ну, коли понял, так поговори с ним. Ты отец? Ему школу заканчивает, может, уже в училище поступит. Он с бабой связался, которая ему матери годится. Че из этого выйдет-то? Че молчишь-то? Сама ты что-нибудь поговоришь. Возраст такой пришел. Ему все равно баба нужна. Пусть случай с Катькой. Да что ты так улыбаешься-то, неладно.
А тебе чего охота? Чтобы он с какой малолетней одноклассницей подоль принесли? На, Акманка, понянчи. А люди узнают? Срамота-то какая? Макароны на плите, если надумаешь. Мне на вечернюю дойку бежать надо. А ей-то как не стыдно. При муже. Уму непостижимо. А Колька узнает, пришибет нашего. Он трезвый, дурной. А пьяный дичей дикого. Все, ушла. Чего хотел, Паш? Он же ребенок еще. Не понимает. Исковеркаешь пацану жизнь. Он, Паш, побольно с тобой понимает. Оставь его, говорю. Может, у нас любовь? У кого? Самой-то не смешно? Чё-то не пойму я, Паш, о ком ты печалаешь. Пацане или себе? Ну что ты как не мужик-то, а? Чтоб в субботу на дискотеке был. У нас махач с районными. Не придешь, урою, понял? Врубился? Я не слышу. Приходи, потанцуешь. Бабу понюхаешь. Пошли прогуляемся. Не ходи ко мне, пока более все, так лучше. Чем лучше? Давай едем на Медвежью. Бабка нас пустит. У меня есть немного денег. Летом пойду на лесозаготовку. Там заработаю. Все, да не на ферму, пусти меня. Почему? Да у тебя, кроме меня, еще столько девок будет. Я же тебе в матери гожусь, не в девке. Они мне не нужны. Не понимаешь, да? Скажу по-простому. Надоел ты мне. Наигралась. Неинтересно мне с тобой были. Противно даже. И видеть тебя противно, и касаться противно. До тошноты. Прояснила? Не вздумай завтра ко мне ходить. И да, Лич, тоже у меня законный муж. Я здесь с ним живу. Мне второй не нужен. Да пусти ты меня! Я тебя...
Слава богу, присела. Еле управилась. Ну и где он? У этой, небось? Придет и куда-нибудь денется. Хоть ужинать явился, на том спасибо. Садись, пока картошка не остыла. Эвана как? Накормили? Вкуснее мамкины стряпни уже. Скоро так и домой ночевать не придешь. Ну и что теперь? Дождались 16 лет. Всю жизнь парню загородила. Беда, Васильевич. Только что в сознании был, стонал, матерился. Его медпункт или скорость района? Какой медпункт? Там, кроме бинтов и гондонов, нет ничего. Сам район свезу. Быстрее выйдет. Васильевич, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай. Тихо, тихо. О, сзади подкрались, не видел. Где в субботу был? Дрочил? Чё ты съёжился, как баба? А? Может, ты пидор? Поэтому не трахаешь никого. Каждый день будешь получать, как пидор, пока никого не трахнешь.
Тебе чё? Чё, тихо. Тебе ж свет взял. Прокатимся? Юрка, слава богу, одним сотрясением отделался. Через неделю выпишут. Хорошо бы. Поговори с Данилой. Надо Юрку-то кем-то заменить, пока он в больничном. Не пьющих нет ни одного. Хоть Тимофеевича назад бери. Вроде говоря, закодировался опять. Брось, ведь учебу парень из-за нее. Куда потом? Только в армию. Ментам зашел. Покушение, говорю, с нанесением тяжких телесных повреждений. Они в курсе уж. Не было бы пилорамы, говорят, не было бы повреждений. Кем он без образования-то станет? Сопьется, как все. Пилораму ему. Херем, а не пилораму. Я из-за его с ума сойду. Паша! Есть кто хозяева? Выходи за меня замуж. Пошел вон. Вон пошел, придурок, что вылупился! Тебе еще титьку у мамки сосать, а не жениться! Мать, выйди.
Нам поговорить надо. Не чула? Родного батьку резать будешь? Буду. Паша! 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 Да, да что ж вы делаете? Ну прекратите! Кто-нибудь знает, где Света? Ее в больницу увезли. А что случилось? Ее районно изнасиловали. Молчи. Чего? Все равно все узнают. Данила!
стоишь? Одежду снимай. Как вас так угораздило-то? Домой иди. Никому ничего не говори, слышишь? Ничего не говори. Одежду в избе возьми. Иди домой. Иди.
Все равно унесут. Колька отбыл, Катьке десятка светит. Что, нек? Забыл что? Это я Кольку убил. Я его ножницами в спину. Да побойся Бога. Данила, ты что говоришь такое? Он хотел ее задушить, я его убил. Ну-ка, замолчи. Замолчи, слышишь? Никому такого не говори. Все знают, что Колька Фролиху из-за бутылки порешил. Ты что хочешь? Из-за этого зверя в тюрьму сесть? Околела, ладно. Никто его даже не пожалел. Она не виновата, меня надо арестовать. Кто виноват? Кто виноват? Она и виновата. Ни за что мужа жену душить не станет. Не грешила. Тебя чуть с собой не уволокла. Ты хоть меня пожалей. Никому ничего не говори. Хорошо? Ну-ка, обещай матери. Ты куда? В школу. По второму уроку еще успею. Где Данила? Он на большой перемене сел в дневной автобус в район. Спасибо. Купи ботиночки, Липецкая фабрика.
Могли отстоять, заметь, пораньше, когда только горбыли загорели. А почуяли-то уж пилораму огнем хватать стало. А что сейчас поребаете? Васильич, я тебе давеча не стал говорить. Вы и так за ножи хватаетесь. Перед тем, как пыхануло, видел я, как Данька твой бёк осели. Прячься вот за тем кустьем. Сразу умолчал, вдруг зашибёшь пацана. Здорово. Ну что, как вам? Что с тобой было? Я тоже, между прочим, двое суток не спал. Два убийства, пожар. А этот в колхозе пацаном уже это сеял. Что теперь еще будет? Да что будет? Сосняком зарастет, лес будет, кормилец. Я Кольку Попову убил. Ты кому? Это я Кольку Попову убил. Какого Кольку Попову? Ты кто? Сосед твой из Озерного. Сань, тут по твоему делу из Озерного пацан какой-то. Сдаваться пришел. Для стрижки овец. Он душил ее на полу, как бы я ударил сверху, вот сюда. Он сразу упал лицом вниз, ножницы остались в нем. Она не виновата, это я. Послушай меня, Робин Гуд. Она меня защищает. А мне плевать, кто кого защищает. Подозреваемый хладнокровно убил своего мужа. Он сам убийца! Это мы без тебя знаем. Так нечестно, это я его убил, она его не трогала, я его ножницы... А ну закрой свой рот и слушай меня внимательно. Если хочешь пойти по малолетке, я тебе это быстро устрою. Она взрослая баба, в отличие от тебя. И отдает отчет, что говорит и что делает. Тебе дают шанс, у тебя вся жизнь впереди. Так что схватил свои ноги в руки и ушел отсюда. Бегом! Пока я не передумал. Я хочу ее увидеть.
Вышел. Иваныч, выпусти пацана. Здравствуйте, а не подскажете, где Светлана Лукашина лежит? Вы ее родственник? Одноклассник. Ну, я пойду. Зачем приходил? Просто. Ты меня любишь? Нет. Что творишь-то?